На фотографии у нас как раз поле, проблемное поле с фузариозом. Сталкиваетесь? Есть такое? То есть, есть у нас в нашей линейке устойчивый гибрид к фузариозу, это декурион. Вот если звонят фермеры и спрашивают, вот у меня на поле ничего не растет фузариоз, никакая капуста. То есть это будет расти в этих условиях. Она получит. Устойчивость к трем расам фузариоза. Вот, и реально в разных местах люди просят, ну так вот что-то прикинь. Вот, 6 гибридов мы давали на испытания, и только вот декурион, он реально, то есть фузариоз ему не почему. Ну вот видно ситуация, справа выпал проблема с фузариозом, слева декурион, он стоит весь, как один. Ну еще из смысла, то что я увидел, то есть он реально хранится в неспециализированных хранилищах. Я даже здесь не одно показывал, сарай, грубо говоря. Да. То есть ангары, там, сараи, кладовки, за счет чего, опять же, за счет своих сухих веществ. То есть высокий у него брикс, благодаря чему он реально лежит. Капуста 130 дней. А селекционеры разные? Декурион, нет. Центурион, один и тот же. Ну, смотрите, есть капусты, которые вы вывели раньше, то есть уже, допустим, браво. Нет, ну просто интересно, автор один и тот же или нет? Декурион, он самый свежий. Создатель семян. Я понимаю, автор. Самый свежий. Да. И успел ли он его до... Нет, создатели сейчас поменялись. То есть сейчас у нас направлена линейка селекционная, больше ну, проблема есть такая с фузариозом. Есть у нас на испытаниях еще 3 гибрида. Номерные они, сейчас мы их испытываем, смотрим, наблюдаем за ними. Селекционер сейчас другой. То есть те гибриды, которые мы до этого предоставили, это вывели одни люди. Сейчас там штаб поменялся, Харрис Моран добавилась, мы входим в состав группы компании Лимагрейн. То есть там немножко переигралось. Вот. И поэтому у нас сейчас поступают каждый год дополнительно какие-то гибриды. Но сейчас работают над поздними в основном. Это от 125 и выше дней. Ну, то есть селекционеры. Ну сейчас требования, наверное, вас тоже наверняка, чтобы было устойчиво к репсу. Это, наверное, сейчас самый главный вопрос. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.